пошла игра, поэтому проиграли. Ну, Ленинградка очень хорошо сыграла, очень хорошо подавала. Где-то первую партию мы на равных играли, потом в конце несколько ошибок предопределил исход. В первой партии, в принципе, шли очень хорошо до расстановки P1, пока не повалился прием. Не могли дать качественную передачу в края. Свалилась атака, догнали нас, и прибили. А, подача еще. Еще очень много теряли в первой партии. За счет этого давали им преимущество. Они-то подавали в нас, а мы теряли подряд. Шли. И не знаю, почему родной зал, что случилось. Будем разбираться. Вторая партия аналогично. Был прием, не могли сняться. Потом немного подкосился прием, не могли сняться. Ну и все, и вот так и встали тоже в одной расстановке. В принципе, третью партию молодцы, в защитке где-то подтащили, но не хватило тоже в атаке. Думаю, атака у нас подхрамывает. Так нельзя играть без приема, невозможно. Ну и опять же, выполнение собственных установок, которые готовились перед игрой, схемы надо выполнять, без этого невозможно выигрывать. Будем разбираться, что нам мешает. Как мы можем перебрасывать просто в либеро, там, опять же, элементарные вещи, которые закладываются в детстве. Мы то ли стресс, опять же, молодость игроков некоторых приводит к таким результатам. Не ждали легкой игры, потому что и приехали у них чемпионки мира две, очень хороший состав, очень хороший, очень высокий темп с хорошим блоком, в принципе, края тоже там горели, Чернова молодая, очень перспективная. Ну, на самом деле мы еще не играем так, как хотелось бы, но это было очевидно, что нам нужно время на то, чтобы сыграться, потому что какие бы ни были замечательные игроки, но невозможно, чтобы связка встала и на следующий день выдала сумасшедшую игру. Постепенно притираемся. Мы даже вот к этой игре готовили три варианта состава. И пока еще до конца все не определено. Я думаю, что на абсолютно свой максимум мы должны выйти уже в следующем году. We are playing very well. Like we played last week in Dinamo Moscow, now Dinamo Kazan, also Kaliningrad. Was very some few matches very good for us. I don't know what is going on. I think we are working very well and this is now paying off and hopefully this will continue like this. У Гайла небольшое повреждение, поэтому дали ей возможность спокойно остановиться. Королева приболела, поэтому такой состав, такая ситуация. Сегодня мне понятны проблемы Казани, что у них не было диагонали основной. Но по большому счету, может быть, немножко нам вернулось то, что мы в Челябинск поехали с одним принимающим. И, в принципе, невозможно было играть там. Мы готовились, конечно, к вашему иностранному игроку. Но вчера на тренировке уже отрабатывали Лукьянову тоже. По большому счету, там не очень большие изменения были. Просто разная квалификация, а по сути все понятно было. Ну, во-первых, были варианты, куда она могла выйти и в доигровку, и в диагональ. А во-вторых, у нас в диагонали стоит культовый игрок команды «Ленинградка», чья футболка 100% будет в нашем зале висеть, который еще долгие годы будет нас радовать «Горелик». Поэтому то, что «Горелик» в старте, совершенно нормально. Да, конечно, опыт Даши и у Ковалева, и у Суворы. Все молодые игроки, все игрока, многие тут не играли с такими игроками. Каждая игра для них – это большой там опыт. Главное, опять же, правильные выводы делать и черпать ту информацию, которая будет помогать им в будущем играть.